Добрый день, господа хеллдайверы! 6 числа вышел балансный патч, который перенерфил большинство любимых пушек, а вы находитесь на канале Акелла. А теперь по тексту. Одним из первых под раздачу попал СГ-225 Крушитель, один из самых любимых дробовиков каждого адского десантника. Объем магазина уменьшен с 16 патронов до 13, и отдача увеличена. Помянем этот прекрасный дробовик. А вот СГ-8 Каратель, в свою очередь, подвергся нифиговому такому апу. Общий боезапас увеличен с 40 до 60 патронов, увеличена сила потрясения и также увеличен урон с 40 до 45 за пулю. А СГ-225 СП, который Крушитель Ураган, то ли забафали, то ли занерфили, не поймешь. Увеличена бронепробиваемость, также увеличили скорострельность, увеличили количество дробинок с 12 до 16 за выстрел, но уменьшили размер магазина с 32 до 26. Фу, блогер выдохся. Так, поехали дальше. Всеми любимый рельсотрон, наша любимая рельса, тоже подверглась изменениям. Теперь в обычном безопасном режиме ты не отстрелишь ножку крушителю за 3 выстрела. Нужно будет переключаться через перезарядку в убойный режим и хреначить ему по ногам заряженными атаками. Но давайте отложим рельсотрон в сторону, господа адские десантники, и рассмотрим кое-что хорошее. На 50% забафали урон всеми никому нелюбимому огнемету. На самом деле это весьма мощный баф, ведь теперь крушитель выжигается, ну, практически за 1,5 обоймы. По кайфу. А дальше у нас, господа хеллдайверы, идет лазерная пушка. Урон по прочным частям противника увеличен. Также увеличена бронепробиваемость и улучшена эргономика. Не знаю, что это значит, но отжигает теперь она жирного жука на славу. А теперь, братья и сестры, поехали по стратагемам. Орбитальный залп 120 и 380 миллиметров забафали. И неплохо так забафали. Бьют, долбят теперь кучненько. Жуки и механоиды разлетаются в разные стороны. А также рюкзак-генератор щита немножечко занерфили. Теперь он дольше перезаряжается после того, как его собьют. Грустненько все это. Помимо всех обновлений и всего прочего, дамы и господа, господа хеллдайверы, мною было замечено нечто интересное в игре. Переводить и заходить на твиттеры и дискорды мне впадло, но мехи уже где-то тут и мехи уже где-то рядом. В стратагемах и прочих функциях и я не заметил мехов, сразу пошел смотреть, где можно достать себе такого и погонять, но они уже в игре и они уже близко. А также, дамы и господа, помимо всяких небылиц и всего прочего, наконец-таки поправили тяжелую броню. Теперь тяжелая броня воистину тяжелая, и вы получаете в ней гораздо меньше урона. Как-то так, братцы. Ну что ж, до новых встреч. С вами был Акелыч. Ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. Да пребудет с вами Helldivers 2 и все самое наилучшее. Обнял, приподнял.